Развивают маленький семейный бизнес на юге Молдовы. Даниэла Прутяну из села Вадулуисак увлекается цветами и композициями. Даниэла – человек с синдромом Дауна. Сейчас девушке 20 лет. Она учится в 12 классе и вместе с матерью проводит много времени в цветочной теплице. Там они выращивают комнатные и садовые растения на продажу. Хочу работать вместе с мамой, помогать ей с цветами. Мне нравится их поливать, чтобы они росли красивыми. Мама Даниэлы рассказывает, что они с дочерью обе увлекаются цветами. А несколько лет назад женщина подала заявку и получила грант на 80 тысяч леев. К ним она добавила свой вклад, еще 60 тысяч. Так у семьи появилась своя теплица. Сейчас там произрастают в горшках больше 10 видов растений. Не каждый цветок может вырастить кто угодно. Мы сейчас в процессе развития стараемся понять, какие цветы нам подходят. В будущем Елена Прутяну хочет, чтобы ее дочь сама занималась цветами. Она мне очень помогает. Многое умеет делать, поливает, расставляет. Некоторые цветы любят солнце, другие – тень, и она помогает с этим. Хочу вовлечь ее еще больше, чтобы она могла сама работать в теплице, а я только присматривала. Дело набирает обороты, и в ближайшее время мать и дочь мечтают модернизировать свою теплицу. Хотим принять участие еще в одном проекте, чтобы провести тепло. С Божьей помощью надеемся, что получится. Зимой у нас есть проблемы с отоплением. Рядом стоит маленькая теплица, и зимой, как правило, мы относим цветы туда. Но это неудобно. Хотим, чтобы было тепло здесь. Займусь этим прямо на днях.